Кабуле прошла акция протеста против решения президента США Джо Байдена относительно активов Центрального банка Афганистана в США. Глава Белого дома подписал указ о блокировании 7 миллиардов долларов. Половину средств зарезервируют для возможной выплаты компенсации родственникам жертв терактов. Остальные деньги направят на нужды афганского народа в специальный фонд, которым будет управлять ООН.